И еще одна новинка шестого каталога, на которую я обращаю ваше внимание, это серия средств, ухаживающих средств папайя. Это очищающее средство папайя и крем для лица папайя. Знаете ли вы, что вообще папайя богат огромным количеством витаминов? Это витамины группы В, это витамин С, витамин Е. Что это? Это влагоудерживающий фактор, это микроциркуляция кожи, кровеносных сосудов, то есть обогащение кислородом. Это ровный тон, это сияние и, конечно же, антиоксидантная защита. Продукт, который вот здесь вот на креме не написано о том, что он дневной или ночной, то есть он универсальный. Этим кремом можно пользоваться как утром и вечером. А средство для очищения не только очищает, но и освежает наше лицо. Кому мы можем рекомендовать? Начиная с подросткового возраста, для любого типа кожи и совершенно для разных возрастов. Но я хотела бы вам сказать о том, что вот такого замечательного цвета крем. И просто умопомрачительного, фруктового, экзотического аромата продукт. Прям хочется взять ложку, есть его, есть и не останавливаться. Ну, подробности об этих продуктах вы можете прочитать в описании к этому видео. Ну, а я предлагаю оформлять заказ.